случай был у меня на экзамене. Как трое людей у меня не сдали экзамен. Вот первая сейчас, представьте, что я первый человек, у меня девочка ехала за рулем. Поэтому же ряду, прямо на этом месте. Мы сейчас, как говорится, будем восстанавливать те моменты неудачные на экзамене. Правда, я сейчас сам за рулем. Вот. Вот видите, впереди пешеходный регулируемый перекресток. Ой, пешеходный переход. Вот. И табличка справа. Стоп. И стоп-линия перед нами. Стоп. Она что сделала? Она просто вот так взяла и покатилась до светофора. Соответственно, я сейчас не поеду так. То мне еще кто-нибудь штраф выпишет. Ну а соответственно, мы должны тут стоять. Вот человеку не втерпешь. Вот. Видать, опаздывает куда-то. Вот. Примерно мы также на экзамене и поехали. Притормозили и поехали до светофора. Дальше у нас сел человек. Буквально вот я сейчас перестроюсь. Вот. Отсюда она поехала. Он перестроилась самостоятельно в левый ряд. И поступает такая команда. Перестроиться в правый ряд после регулируемого перекрестка. Мы, соответственно, едем 60, молодец, все, по сторонам смотрим, по зеркалам смотрим. Умничка, я еще сижу, думаю, молодец, едет. Я уже сам начинаю путать просто слова. И она что делает? Она берет, включает поворотник. И молодец, она не сдала, это был пешеходный переход. Ладно, садится вот здесь другая девочка. Начинает движение. Может где-то здесь она села. Едет. Ей инспектор заранее говорит, двигаемся по главной дороге. Сейчас у меня получится, как у нее сделать, не знаю. Но как она сделала, это было интересно. Вот она едет, едет по первому ряду. Все, соблюдает скоростной режим, поглядывает в зеркало. Да простят меня водители сзади, я сейчас сделаю так же, как она. Она включает с правой полосы вот так вот поворотник просто и уходит вот так вот. Уже не сдала раз. Ладно, инспектор молчит, там был снег, не видно. Он говорит, перестройтесь в левый ряд. Она что делает? Берет, включает здесь поворотник и вот так перестраивается по сплошной линии перед светофором. Там была сплошная линия. Вот, сзади люди думают, что я идиот, если честно, туда-сюда метаюсь. Ну, как бы, вы видите наглядный пример, почему люди не сдают. Как бы, подтягивайте свои знания,